В Северском районе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Траурный митинг в честь 37-й годовщины прошел на площади перед администрацией Северского сельского поселения. Здесь, в память о страшных событиях весны 1986 года, установлен мемориал всем, кто жертвуя здоровьем и жизнью, не раздумывая, отправился спасать мир от техногенной катастрофы. Тогда на ликвидацию последствий аварии из Северского района отправились 262 человека. Сегодня в живых из них осталось чуть более 130. Вы настоящие патриоты, вы настоящие герои. Мы вами гордимся. Мы приводим ваши мужественные поступки в пример нашим детям. Большое вам спасибо за ваш подвиг. Нашим ребятам хочу пожелать крепкого здоровья, семье благополучия. Всего-всего самое наилучшее. Умерших мы всегда помним, не останутся в нашей жизни навсегда. Ребята. Минутой молчания почтили память погибших героев и возложили цветы к мемориалу. Мероприятие продолжилось в актовом зале районной администрации, где за круглым столом чернобыльцам предложили озвучить насущные проблемы. Присутствовали представители Пенсионного фонда и Северской центральной районной больницы. Все вопросы пообещали решить в кратчайшие сроки. Единственной возможной благодарностью этим людям может быть только забота о их нынешнем благополучии.